Золото в дороге должны вкладывать и региональные чиновники. Состояние трасс в городе помогут улучшить изменения в бюджетном кодексе. Сенатор Аркадий Чернецкий выступил с инициативой сделать деньги, выделенные на ремонт и строительство покрытия, защищенной статьей бюджета. Я думаю, что настала пора очень внимательно посмотреть бюджетное наше законодательство и каким-то образом фиксировать защищенную статью, либо целевые источники для того, чтобы в городах можно было ремонтировать и строить новые дороги. Статья «Дорожное строительство» никогда не была защищенной. И поэтому в непростые для экономики времена эти деньги зачастую идут на другие нужды. В Свердловской области из-за дефицита регионального бюджета денег на полноценную дорожную реконструкцию не выделяется. Так в Екатеринбурге из-за нехватки средств недоремонт составляет 70%. Ежегодно должно обновляться 15% улиц. Реальные показатели в три раза ниже. Нынче, по подсчетам чиновников, необходимо провести ремонт как минимум на 1 000 000 000 рублей. Главный распорядитель этих денег – областная казна – готова выделить лишь 600 миллионов. Кардинально изменить ситуацию можно только при помощи целевого финансирования отрасли.